Красноярский край преодолел порог в 17 тысяч случаев заболевания коронавирусом. Наш регион опустился на одну строчку и сегодня занимает не восьмое, а девятое место в России по выявленным случаям заболевания. В крае за сутки подтверждено 110 заразившихся коронавирусом, 38 из них в Красноярске. 75 человек выписаны, пятеро скончались. Таким образом, инфекция уже унесла жизни 486 пациентов. За все время пандемии в регионе 17 089 подтвержденных диагнозов.